В Казахстане 6 июля отмечает государственный праздник День столицы. 25 лет назад Верховный Совет Казахстана принял решение о переносе главного города из Алматы в Акмулу, а позже первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил окончательную точку в этом вопросе. В 1998-м столице дали новое название – Астана. К слову, 20 лет назад мегаполис по решению ЮНЕСКО получил звание «Город мира». В этом году глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан в честь первого президента страны. Сегодня город – основной локомотив роста экономики и движущая сила для развития регионов. Он широко известен на мировой политической арене как уникальная диалоговая площадка. Здесь проходят крупнейшие форумы, принимаются исторические решения. Столица Казахстана принимала первый в новом тысячелетии саммит ОБСЕ и стала первым местом проведения выставки «Экспо» в СНГ. Историческим событием стал запуск и презентация Международного финансового центра «Астана». Как отмечают эксперты, именно МФЦА станет ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и будет выполнять роль финансового хаба Центральной Азии и ЕАЭС. Традиционно в рамках Дня столицы по всей республике проходят праздничные концерты, спортивные мероприятия, фестивали и выставки. Только в городе Нур-Султан пройдет около 100 мероприятий. Сегодня молодая столица – символ единства и стабильности, мира и согласия на пространстве Евразии.